найжіночніше ток-шоу 3G+M та з вами я, Катя Лунгум. Чи впевнені ви у своєму нейл-майстрі з манікюру? Як зберегти своє здоров'я та зекономити гроші? Адже іноді манікюр може загрожувати нашому з вами життю. Так-так, вам не почулося. Грибок, оніхолізіс, оніхомікоз, а іноді навіть ВІЛ, СНІД та гепатит. Зараз вам стало страшно, як і мені. Тож, аби цього уникнути, сьогодні у нашій студії разом з гостями ми поговоримо, як зробити правильний та безпечний манікюр. Знайомимось з гостями. Ліза Мазаленко неодноразово стикалася з недосвідченими майстрами. Да, всім привіт. Сьогодні немножко розкажу о своєму немного печальному опиті. Наталі Городова, практикуючий майстер міжнародного рівня Париж 2018 року у сфері нейл-арта протягом 14 років. Засновниця школи-студії Наталі Нейлс. Здравствуйте. Та Віра Попович, подолог з медичною освітою. Всім добрий день. Як виявилось, дуже важливо, щоб дівчата або жінки знайшли свого майстра, який буде слідкувати за нігтями. Бо багато дівчат просто не розуміють, як це важливо і що може трапитись з твоїми нігтиками. Давайте розпочнемо з того, що у нас у гостях є Лізочка, яка неодноразово стикалася з такими майстрами. Я знаю, що в тебе, здається, було дві ситуації, правильно? Так, так. Давай ми розпочнемо з першої. Що було в твоєму житті, з чим ти стикалася? Первый раз мой опыт. Это много у нас мастеров проводят курсы. И вот я прошла на одни такие курсы, где девочка под руководством мастера делала мне маникюр, но мастер очень часто отходила, и эта девочка просто спиляла мне ногтевую пластину. Это я уже узнала, когда следующий маникюр мне делали, сняли, и мы увидели просто спиленную ногтевую пластину в вот таких вот ямках. После этого я сняла манікюр і довго, звісно, лічила ще це все діло. Чи ти пішла потім до цього майстра, до дівчини, яка тобі робила, і сказала, от що ви мені зробили? Я написала в эту студию, что так и так, вот ваша ученица, которая прошла обучение якобы успешно, случился вот такой вот инцидент, на что мне ответили, что такого быть не может. Мастер следила за своими ученицами, и все было в порядке, все было классно. Могу я подключиться? Наташа, так, звичайно. Ну, пятилетний опыт преподавания вот, в сфере нейл-арта, я мастер-эстет, могу сказать, что у нас проходят каждый месяц курсы в студии по 6 учениц. Я лично их преподаю. И да, такое возможно, но вот мне интересен вопрос, когда было снятие, неужели никакого дискомфорта вы не чувствовали? То есть из опыта скажу, что да, на одном ноготочки, это возможно принести деформацию, но на всех, но это я уже не знаю, как нужно постараться и ученице, и инструктору не контролировать процесс. Я так разумею, что Лиза повинна была відчувати, совершенно, да? Верно. Все деформации, вы не дадите мне соврать, да, они ощутимы для клиента. И очень важно сидеть и контролировать процесс. Маникюр, это же красота, правильно, прежде всего. И не должно быть никаких болезненных ощущений. То есть при малейшем там дискомфорте, клиент же сразу автоматически рефлекс срабатывает, да, рука уже непосредственно даже дрогнет, соответственно, как по мне, или вы без чувств, да, или же действительно что-то пошло не так в тот день. Даже когда, может, там кусачками где-то что-то прищепить, я не чувствую. То есть еще от крови я не чувствую этого. Абсолютно. Понятно. Поэтому это было не на всех ногтях, это было на некоторых, но это были именно такие глубокие просто пропилы, особенно в зоне кутикулы. То есть она так хотела хорошо вычистить, что вот именно сделала именно там пропилы. Ну, это не ученица виновата, не обижайтесь на нее. Скажи, будь ласка, що робити, коли є така проблема на пластині? Чи дійсно, да, Ліза повинна була одразу відчути, що щось не так відбувається? Чувствительність у кожного різна, поэтому действительно кто-то может это сильнее чувствовать, кто-то может меньше чувствовать, кто-то может вообще не почувствовать. Что делать? Это обязательно отрастить это все, можно туда покапать восстанавливающими препаратами, можно какое-то масло чайного дерева, только обязательно оно должно быть для ногтевой пластины, не просто в аптеке купить масло чайного дерева, потому что оно слишком концентрировано, и можно сделать ожог еще хуже. Вот. А вообще, действительно, нужно было пойти к мастеру, чтобы он хотя бы направил вот к подологу, да, к специалисту, и чтобы он уже занимался дальнейшим восстановлением ногтевой пластины. Вірочка, давай разберемось, бо не кожна дівчина знає, хто такий подолог.
подолог – это специалист, не обязательно с медицинским образованием. Конечно, идеально, если это с медицинским. Але краще все ж таки, да, да. В любом случае, да, я больше понимаешь тогда. Это специалист что-то между дерматологом и хирургом, потому что мы работаем с разными проблемами. Ну, проходят курсы девочки, может, и мастера маникюра могут стать подологами. То есть это все нужно, ну, понимать, что это такое и что это ответственная работа. Дівчата, розумієте, зараз складається така ситуація, що кожен майстер манікюру проводить курси навчаючі. І дівчата, я знаю, що моніторять, щоб піти безкоштовно на манікюр. А потім виникає така проблема. Мені здається, що це неправильно, коли недосвідчений майстер, ну, грубо кажучи, калічить, да, нігті. Исходя из моего опыта, могу сказать с уверенностью, что это все в руках инструктора, которая ведет курсы. Ученицы очень часто выполняют более качественный маникюр, нежели некоторые специалисты, уже работающие в нашем городе. Поэтому я бы не была согласна с вами, что каждая ученица портит ногти и потом бегут все к Верочке. Тоді все залежить від того наставника, який повинен постійно. Ну, дивіться, ви казали, що у вас на курси скільки? 5-6 дівчат приходять. І як ви одна встигаєте з усіма? Вдвох. В парі вдвох, і це очень сложно действительно каждому уделить внимание. Но есть такое, как стоп. Все остановились, все замерли, да? Пока ты одному покажешь первое движение, пока ты второму покажешь, все идет по цепочке и контролирует процесс модель. Потому что зачастую модели ходят одни и те же, к примеру, к нам в студию. Вірочка, скажи, будь ласка, чи часто приходять дівчата з проблемами на нігтиках? Да, после мастеров маникюра очень часто это действительно мастера, либо которые работают на дому, естественно, самоучки, которые учились на Ютубе, делают пропилы. Навіть так буває? Конечно. Это, я начинала, ну, с практически, этого. Практически, наверное, процентов 60 у нас в городе это люди, которые учились на Ютубе. Потом, конечно же, они идут, ну, уже как бы насобирали денег и идут уже на курсы. Но так нельзя, потому что... Я про це також тільки-но подумала. Да, да. Исходя из тех ситуаций, которые у меня в работе есть, я просто вижу, что мастера, самоучки просто, ну, убивают ногтевую пластину, да, здесь наших я тоже клиентов. Согласна полностью. Да. Да. Потом, после этого, после неудачного мастера, у клиента возникает такое желание: все, я не буду ни делать ни гель-лак, вообще ничего, мне страшно, я лучше вот сама себе буду что-то покрывать, а плюс она себе покупает сама фрезер и продолжает эти все пропилы, да, и все остальное. То есть мы должны показать нашим девочкам, что мы должны идти к специалисту, который научился правильно, не на Ютубе, который будет работать безопасно для вашей ногтевой пластины. Соблюдая технологический процесс, да. Да. Тут я полностью согласна, потому что действительно, хоть я и мастер эстет, но очень часто в студию приходят гости, у которых, ну, реальная деформация, либо же, ой, это я сама себе выполняла дома, а что тут сложного, да? На карантине особенно, да? А что тут, ничего сложного нет, как бы. Очень часто слышишь вот такие вот моменты, что я сама себе, YouTube в помощь, цифровую эпоху. У меня також дуже багато знайомих дівчат, які навчилися і самі, щоб зекономити, роблять собі нігті. А скажи, будь ласка, ти ніколи не пробувала собі сама робити? Я как-то попробовала, был тоже опыт, потому что учеба, работа, когда тебе вот маникюр нужен здесь и сейчас, в 2 часа ночи захотелось из зеленого в красный. Но и сэкономить какие-то кошты можно. Я поняла то, что все равно сидеть вот это вот пилять, это, во-первых, в 2 раза дольше выходит, намного дольше. И ладно правой рукой, еще удобно. А потом левой? Делать это неудобно, это некрасиво потом получается, неаккуратно. И не спина, и уже шея болит. Да. И потом считаешь по времени, по всем затратам, ничего ты не сэкономил. Второе, это была девочка... Ты прям не повезла, это точно. А у каждого из нас, я думаю, есть девочка только-только закончила буквально курсы, она делала на дому. Я пришла, все хорошо, но она вечно общалась то по телефону, то собака отвлекала, бегала между ногами. Это очень часто я слышу. И был такой момент, что, ну, она делала маникюр, ну, все хорошо, очистку сделала отлично, и тут нанесение, и она не нанесла, не, не,
принесла вот этот вот дегидратор там или утробон. А ты следишь, да, за процессом, когда ну, тебе да, робят? Ну да, я уже как бы, я уже понимала, что вот здесь вот должна быть какая-то штучка, чтобы скрепила гель-лак и мой ноготь. И вот она не нанесла просто это средство. Я говорю, ты все правильно сделала? Да, все хорошо. Она закончила, и буквально через там, через день, через два, мне, естественно, все ногти начали отслаиваться абсолютно. Я ей скидываю видос, что так и так. Видимо, ты все-таки забыла, я не с претензией, все хорошо. Давай, может, переделаешь, не моя ж там проблема. На что мне ответили грубостью, начали записывать истории, что я не умею носить маникюр, то что девочки, если не умеете носить маникюр, если не умеете носить, не приходите, научитесь, ищите других мастеров и тому абсолютно подобное. Ну, я потом не ходила больше, естественно, к этому мастеру абсолютно, и уже после этого мастера четко понимала, что зачем должно быть, чтобы было все хорошо в работе. Дякую. Наташ, що було не так? Ну, из технологического процесса хочу сразу сказать, что вот обезжиривание или же не нанесение ультрабонда не является причиной отхождения. То есть здесь было дело в другом. Если пошло отхождение... Ультрабонд для сцепки, скотч, можно так сказать. Вот. Поэтому здесь уже разбираться, думаю, зрителям не интересно. Здесь второй... Чему не было втекало? Неправильно подобран материал был, возможно, под ногтевую пластину. Если отхождение пошло на второй, третий день, это явная проблема. У нас студия в центре города. И вот из опыта мы обслуживаем очень много гостей. И бывало такое, когда мастер разговаривал, возможно, ну, у нас по телефону не говорят, может, отвлеклась и попутала баночки с база, заменила стопом, нарушила технологический процесс. И то есть она уже на втором ноготочке по консистенции это поймет. То есть, возможно, единичный случай отхождения полностью. А в данном случае, мне кажется, просто материал, возможно, Вера, подскажите мне. Да, Вера, ну, что да, ласка. Ну, как начальный мастер, возможно, скорее она всего, еще... или неправильно подобрана была технология покрытия, так как очень много тех же базовых покрытий, очень много топовых покрытий. И, конечно же, это человеческий фактор, имеет место быть. Но вот хочу сказать, безопасность для меня прежде всего, но и второй момент – это сервис. Зараз есть, мы про це поговоримо, почекайте. В данном ласка, случае, Наташенька. Конечно, да. Отхождение, это на второй-третий день, это была причина не твоя, Лиза, а непосредственно мастера из-за неправильного технологического процесса. В принципе, узнать, почему именно вот так случилось, это нереально. Сложно, потому что мы должны посмотреть вообще, чем мастер пользуется. Да. Как а как вся ситуация анализ? Могла нашкодить нігтикам Лизе? В принципе, если это произошло на третий день, то все отлично. Потому что гель-лак не дал сцепки с частичками ногтя, так скажу, с анихобластами, и он не сильно прикрепился, чтобы, например, подорвать как-то ногтевую пластину. Поэтому лучше пускай будет так, чем, например, вы бы ходили и сами их срывали бы. Соцопитування чоловіків. Чи знають вони, що таке гель-лак? Їм подобаються натуральні чи ненатуральні нігтики, тобто нафарбовані чи не нафарбовані, і довгі чи короткі нігті. Зараз подивимось, ходімо. Знаєте, що таке гель-лак? Гель-лак, звісно, да, це гель-лак для ногтей. Да. Що це? Ну, ногти, коли роблять на манікюр, дівчатки ходять, роблять гель-лак. Є наращування, ще знаю, да. Ну, да, це для ногтей щось, правильно? Которые наносятся, ну, которые девушки себе делают в специальной лампе. Гель-лак? Так, знаю. Що? Ну, лак, котрий на нігті наносять. Подобається у жінці манікюр довгі нігтики чи короткі? Гарні, неважливо які. А ви знаєте, що таке гель-лак? Ні. А вам подобається, коли у дівчини натуральні нігтики, не нафарбовані чи нафарбовані? Натуральні, без фарби. Мені взагалі без різниці. Ви не звертаєте увагу на нігті своєї дівчини? Зачастую. Головне, щоб дівчині подобалось. Мені без різниці. Ну, більше, звісно, не накрашені. А чому нафарбовані? Ну, не знаю, ну красивіше як-небудь це виглядить. А вам подобається, коли у вашої жінки довгі нігтики чи короткі? Ну, такі, мабуть, міліметра 3-4, які більше. Ну, сильно длинні, це мені не особо подобається. А чому? Ну, вона виглядить неестественно. Мужчинам в останнє время більше подобається естественність. А коли вони без, наприклад, гель-лаку чи нарощування, чи з?
якщо воно гарно, то, ну, мабуть, з краще. А вам подобається, коли нафарбовані, чи ви за натуральність, не нафарбовані нігті? Мені подобається дуже френч. А вам подобається, коли у жінці або у вашої дівчини короткі нігті чи довгі? Короткі. Короткі чи довгі? А це вже не має значення. А вам подобається короткі чи довгі нігті? Коротше, краще. А чому краще коротше? Не знаю, це страшно, коли вони длинні. Моя найулюбленіша тема – це сервіс у нашому місті. Розпочнемо з цього. Як правильно обрати майстра чи салон? Ліза, як ти обирала? Що для тебе найголовніше у професіоналі? Ну, сейчас, конечно же, когда я выбирала или там выбираю у мастера маникюра... У тебя есть один мастер, который следует за твоими нигтями? Нет, одного нету. Почему? В силу, моего режима, да, в силу каких-то несходств. То есть не успела записаться, или там девочка уехала куда-то, мастер уехал куда-то. То есть это все есть. Там два мастера там или две студии, куда я знаю, что вот, можно пойти точно к ним и сделают все хорошо. Но по каким критериям я их выбирала так, чтобы мастер закончила не одни какие-то курсы, не онлайн какое-то одно обучение. Это были какие-то хорошие курсы, то есть у нее есть сертификаты. То есть ты приходишь, покажите дипломы. Нет, да, это ты запитуешь у майстра, скажите, що ви закінчували, які курси, що ви знаєте. Там є навіть там малюнок, я не знаю, як це все правильно називається, дизайн. Різні стилі, да, дизайн. Ну, це зачастую зараз видно все в Інстаграмі. Тобто все моніториться через Інстаграм, через соцсети, де вони одразу виставляють свої сертифікати, своє обучення. Я смотрю також одразу на роботи, качество робот, на количество теж цих робот. Це теж грає, в принципі, роль, скільки практики було у цього майстера или у этого салона, и все это вместе, конечно же, оценивается. Но, как ты сказала, не всегда сервис равно хорошее качество. Хорошее качество равно сервис. А я стикалася с такой ситуацией, когда ты заходишь, шукаешь майстра в Instagram, ты дивишься, боже, які класні роботи, як все відфотошоплено. Коли ти приходиш, тобі роблять, ти думаєш, що це таке? Потому что фильтры, применение фильтров, да, различного рода подача, да. Вот из своего опыта, опять же таки, хочу сказать, что первое, на что нужно обратить внимание, это задать вопрос, даже если вы видите профиль аппетитный, да, заманила вас. Вопрос, каким образом вы проводите обработку инструмента? И в цифровую эпоху сейчас загуглить. Это одразу писать треба в Инстаграме. А каким образом, если у нее нет, к примеру, никаких видео обзорных? Первое, что нужно уточнить, каким образом, каким инструментом она работает? Разовые это расходники или нет? Трехэтапную обработку относительно норм СС проходят эти инструменты? Я даже такого не знала. Вот. Печально. Я такого не запитала. Вот первое хочу посоветовать девочкам, которые нас смотрят, да и мужчинам, чтобы первый вопрос звучал, каким образом инструмент проходит обработку. Она должна быть трехэтапной. Это дезинфекция, ПСО, предстерилизационная очистка, и стерилизация. Потому что, к примеру, для парикмахеров достаточно этапа дезинфекции. А вот мастер маникюра при нарушении целостности кожного покрова уже требуется этап стерилизации. Так, Вірочка, скажи, будь ласка, як ти вважаєш, як правильно треба убрати майстра? У тебе є свій один майстер манікюру? Да, у меня есть студия моя личная, в которой работают 4 мастера маникюра, которых я обучила. Это лично мои ученики, за которыми я смотрю, качество которых я проверяю каждый раз после каждого клиента. И у нас как бы все стерильно, я могу сказать так. Так как я медик, я к этому придираюсь очень сильно. Поэтому если где-то что-то не так, где-то не там что-то лежит, сразу девочки понимают, что нужно как-то быстренько это все там убрать, продезинфицировать и так далее. Дякую. До речі, Ліз, скажи, будь ласка, от уявімо ситуацію, ти приходиш до майстра, ти записалася, ти сідаєш за стіл, ти повинна подивитися на поверхню, як вона виглядає, чи все чисто. Да. Майстер про тобі повинна відкрити, правильно, крафтовий пакет. Але це може показати. Бути і не крафт-пакет, тобто є декілька видів стерилізації. Тому тут вже таке питання. Більш треба його розглядати, мабуть, детальніше. Ми завітали до студії Наталі Нейлс, де вона показала, як у неї все відбувається, дезінфекції, як виглядають її майстри. Можете подивитися. З цього розпочинається
називають обробку інструментів майстрами. Ходімо. Першим етапом необхідно провести дезінфекцію інструменту. Для цього ми використовуємо спеціальний ультразвуковий апарат, в який ми приготували вже розчин. Тобто спочатку тут замочили, так. Потім під проточною водою все промили, так, змили цей розчин, а вже третім етапом йде стерилізація, яка може бути чотирма видами виконана. Він розрахований на велику кількість наборів, крафт-пакетів, які ми туди поміщаємо. Ось, наприклад, цей пакетик, він не є стерильним і нам показує цей індикатор. Тобто ми помістили на 60 хвилин, температура 180 градусів, і тільки після цього індикатор змінює свій колір. І вже в присутності клієнта ми відкриваємо цей пакет і, звичайно, наші майстри роблять акцент, що ось дивіться, будь ласка, крафт-пакет, який підписаний, на ньому дата, ім'я майстра, тому що кожен майстер несе відповідальність самостійно за свій інструмент. І підтвердженням цього є журнали також, які заповнюють майстри. Перший журнал, так, для дезінфіцюючих розчинів. Тобто тут, коли був він замінений, в нас є чергові майстри, тобто кожен майстер, який на зміні, він вносить вже сюди свої замітки. Тобто це розчин, який був ось тут. Інший журнал – це вже індикатори. Тут указані в нас індикатори, ім'я майстрів, кількість, скільки було погружено в сухожар наборчиків. Тобто правильно я зрозуміла, якщо дівчина прийшла на манікюр і майстер підносить їй білий пакетик, і там нічого не написано, тобто це не дезінфікований пакет. Так, не стерильний. Не стерильний. Так, пакет. Дезінфекція ось тут. Все, зрозуміло. Стерильність. Будьте обережні і обов'язково так. Завжди дивіться. На що ти звертаєш в першу чергу увагу? Когда прихожу, еще первое, как выглядит мастер. Что, о, то есть так, внешний так. Вид это сразу. Забежала ли она с кофе в руках и от нее несет чем-то не очень приятным, да. Или эта девушка сидит с собранными волосами уже в униформе, вот и сервис, с маской, да, тоже, о чем, и да, в перчатках. Мне уже приятно с ней дальше общаться, вести разговор и доверить свои просто ручки, пальчики и ногтики, конечно. И здоровье. И здоровье, да. В первую очередь. Поэтому это на внешность мастера первое, что обращаю внимание. Далее это, естественно, поверхность рабочей зоны, то есть так же, как все расставлено, как все лежит. Это тоже говорит о том же мастере. Вот. Ну и, конечно же, потом уже в ходе процесса, как что делается. Ссылаясь, опять же таки, Вера, не даст соврать, на нормы СЭС, этого можно легко загуглить и промониторить, и понять, как правильно, чтобы вас встретили. Это и сменная обувь, рука в три четверти, собранные волосы. И в условиях карантина, если ранее не все мастера работали в масках, то на сегодняшний день в масках, в перчатках обязательные условия. Вот. И, конечно же, как вы сказали, поверхность. Потому что неизвестно, изобилие лаков, да, говорит о квалификации мастера, не количество дипломов, Лиза. Я вообще, к примеру, уже года три их не показываю, хотя постоянно развиваюсь. То есть не на красивый профиль Инстаграма, а вот именно понять, как говорится, твой человек не твой. Первый этап – атмосфера. Вот я как оцениваю любое место. Я прихожу, я оцениваю атмосферу. Я вот зашла, мне комфортно, здорово. Наташ, хоча ти розвиваєш свій профіль Інстаграму, і в тебе там, здається, 20 тисяч підписників. Ну, мені, да. Ну, десь да, так. Менше, немножко, тобто да. Ти робиш упор на Інстаграм. Ні, воно само, чесно. Воно як-то само вот прилипає, і у людей інтерес. А більше я скажу, у мене ж два профіля. Є робочий і є личний. Тобто і більше движення, і всього на личному. Тобто людям інтересно більше я, как человек, как мама. Часто я помогаю. Там, а кто у вас детский стоматолог? То есть больше я интересна как личность, не как мастер. А уже как бы подводное, да, такое, если течение занурится, то, да, очень часто и ученики приходят по Инстаграму. Но сейчас эпоха рекомендаций. Какой бы профиль Инстаграм не был, можно накрутить подписчиков и миллион. Но не в этом суть. Тут дело вот личностного контакта с человеком. Я вот стараюсь в своем профиле это вести. А что было такие ситуации, когда, ну, не дай Боже, кто-то из майстрів сделал что-то не так с нігтями, и до вас приходят и говорят, Наташа, вот такая ситуация, ну, да. Давайте разбираться. Да, за 14 лет работы в этой сфере
я обрабатывала инструмент спиртом, как учили на первых курсах. Да, это правда. Так и говорили на курсах. Или духовочка. Да, раньше был трэш полнейший. Вот эти шариковые стерилизаторы, если вы их где-то видите, убегайте. Это неправильно, имеет место быть этап стерилизации. Глосперленовый стерилизатор, но он в другом подобии. А зараз бывают такие ситуации, когда девчата приходят с проблемами студии, які були? Вот студии нет. Было недавно буквально, что скрывать, что вот как ваша ситуация, отошло от торцов, но сразу же наводящий вопрос, администраторы уже умеют разрулить эти дела. А у вас на правой руке на рабочее отхождение? Да, клиент же не понимает, какие мы вопросы наводим для того, чтобы понять, какая причина была данной ситуации. То есть, если это отхождение на рабочей руке, на указательном пальце, то, скорее всего, что было делано? Механика. А руки за день, более 900 механиков в день делают наши руки. Соответственно, не всегда виноват мастер в каких-то погрешностях. Если это массовое отхождение на всех 10, на второй, третий день, да, окей, мы переделаем. Но если это причина в одном, особенно в рабочих, то, скорее всего, это сам клиент. Возможно, не проинформировали его о правильной эксплуатации покрытия. Майстра цієї людини спеціаліста, де ми будемо робити манікюр, це також одне з головних завдань, коли ми тільки приходимо на манікюр. Тож, Наташенька, розповідай, будь ласка, як повинен виглядати майстер? Перш за все, зверніть увагу на його змінний одяг. Повинна бути рукав 3/4, або як в нас футболочка, захисні рукавички і маска. Ми навіть в період, коли відсутній був карантин, дотримувались цих правил. І також змінне взуття. Так, робоче місце майстра. Розповідай, я прийшла на манікюр. На що я повинна спочатку звернути увагу? Ну, перш за все, це чистота. Ми вже це, я думаю, вирішили. І щоб безпека. Щоб не було пилюки, щоб було охайно, чисто, мішечок ось свіженький для клієнта, чистота. Робоче місце, обладнання, робоче обладнання повинно бути в охайному стані. Так, що далі? На що ну і безпека. Дивитися? Безпека ось наша в цьому лоточку. Тобто, це наш крафт-пакет, який ми тільки що вже відпрацювали в сухожарі. Ми повинні відкрити при клієнту, показати на індикатор. У нас разові інструменти. Багаторазових не може бути. Вона повинна бути тільки разового використання. Вже яка вона буде? Чи такого плану, чи на металічній підложці є також зі змінні файли. Це вже обирає майстер. Шановні друзі, будь ласка, дівчата, я вас попрошу, слідкуйте обов'язково за дезінфекцією, бо це ваше здоров'я, це ваша безпека. А ми повертаємось у студію. Ірочка, скажіть, будь ласка, давайте з вами поговоримо про інфекцію. Які можуть занести майстер, бо про це неможливо не поговорити. Так, щоб дівчата розуміли, що таке оніхолізіс, що таке оніхомікоз і що таке грибок. Угу. Оніхолізіс – це відслоєння механічне від ногтевої пластини, але в ньому все чисто. Нет інфекції, нет якихось бактерій. Да, пока. Но в 90% случаев оніхолізіс равно оніхомікоз, то есть грибок. Потому что под оніхолізісом там тепло, темно и влажно. Это три самые главные такие моменты, которые очень любит грибок. У меня зараз на трьох нігтях оніхолізіс. Я про це відверто кажу, я не знаю, чому це відбувається. На правій? Ви правша? Ти правша? Так? Я правша, але на лівій. От в цьому і питанні я не можу це вилікувати, я не можу зрозуміти, що мені робити. Я дійсно, я спілкуюсь з дівчатами, і у багатьох така проблема. Так, зняти нігті ми не можемо, тому що працюєш постійно. Да. Так. І що з цим робити, дівчатам? Тільки знімати чи можна так? Знімати і лічити – це все, що я можу. Як би можна робити якісь… Тобто я носити не можу нігті, так? Лучше ні. Лучше місяць воздержатися, чим потім полгода лічити. Так, мінімум полгода, смотря все індивідуально. Можно, конечно, сделать профилактику грибковой инфекции, то есть оніхолізіс, повторюсь, это не грибок, это просто механическое отслоение ногтевой пластины, но под ним уже в 90% случаев грибок. Вы просто можете делать сейчас какие-то манипуляции, чтобы предотвратить попадание грибковой инфекции под оніхолізіс. Вот это все, что я могу сказать. Но выбрать время, взять отпуск и обязательно это все пролечить. Щоб мені дали відпустку. Та чому?
думаю, сейчас натуральное покрытие. Вот за 14 лет я впервые без покриття на ногтях. Я просто знаю, та дівчата, да, зараз у моді взагалі не робити манікюр. Може взагалі нічого не робити? Потому что страшно. Почему? Потому что много болезней, и люди уже начинают понимать, не, я лучше вообще не буду ничего делать, чем вот я буду ходить с анихолизисами совсем. Да. Почему? Потому что много плохих мастеров, потому что много баз китайских, да, с Алиэкспресса, потому что они дешевые. Навіть таке купують? Конечно. Но это же дешево, но почему можно бы не сэкономить? Можно стартовый набор приобрести там за 500 гривен. Да. Все, что хочешь, там все будет. И лаки, а вот и какое блесточки. Качество, да, это да. уже такой вот. Так, поехали далі. Да. Аніхолізіс, аніхомікоз і грибок. Це одне і те ж саме? Аніхолізіс – це механічне відслоєння ногтєвої пластини, під яким нет грибка. А аніхомікоз – це вже від аніхолізіса, коли присоединился туди грибок. Да. Тобто це, ну, примерно то же саме, тільки аніхолізіс – це і є причиною аніхомікоза. Да. Вот так можу сказати. А спор грибов – везде они. Везде. Больше на деньгах, да, чем у носителя, да, грибковой, да, инфекции. Да. То есть поэтому с открытой полостью мы привлекаем внимание, как говорится, к незащищенному ноготочку. И добро пожаловать, приглашайте в гости всех. Да, поэтому делайте профилактику. Если есть возможность такая, вот есть анихолизис, но ну, как бы все чисто там, вы сдавали там анализ, например, вы делаете профилактику грибковой инфекции. Чи вірите ви в те, що можна занести ВІЛ-СНІД та гепатит, як кажуть багато дівчат? Да. Да. Лізочка, як ти вважаєш? Да, особенно через все вот эти вот порезы, через все это возможно, особенно, как сказала, вот эти вот шариковые стерилизаторы, которые или спирт, да? Которые ничего Бритгалки, не делают. Спрейчики, да. Да, и ничего не стерилизируют. Розумієте, як це страшно все? И более все того, Катя, я тебе скажу, что гепатит живет вне организма от 4 дней до полугода, по-моему. Да. То есть, если один и тот же инструмент не прошел обработку, и на нем сидит гепатит, хотя мы его ж не увидим никаким образом, даже если вы кровь смыли, гепатит – это насколько микро, как его назвать, вирус? Да, 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 вирус. То есть мы его никаким образом не уберем, если не пройдем вот эти 3 этапа. И вот всем клиентам вы его подсаживаете при нарушении целостности кожного покрова. Вот почему и нормы СЭС гласят, стерилизация является важным этапом у мастера маникюра. Вірочка, скажи, будь ласка, чи дуже важливо приходити саме до вас або до іншого подолога і лікуватися? Чи можна там якось самому це зробити? Самостоятельно дуже вряд ли. Очень вряд ли, потому что нужно правильно подойти, комплексно подойти. То есть, когда ко мне приходит человек, и к любому подологу, мы собираем анамнез, да? Мы спрашиваем, сколько лет, мы спрашиваем, какие есть хронические болезни, диабеты, псориазы, все остальное. Мы спрашиваем, как давно это, после чего это. Понятно, что человек не может сказать, что вот я вот ходила вот сюда, вот, да, и мне вот так вот сделали. Нет, потому что она ходила еще к 5 мастерам, и где она это сделала, и почему, и как давно, она этого может не понимать. И также я перебью физиологически. Состояние, да, также дает возможность распознать, то есть нарушение работы организма может сказаться на ноготочках, к примеру. Вот я была в положении, у меня отторжение было, искусственно, да, все отлично, разница, иммунитет гормоны. Отторгал, да. Да. Потом все родила, все отлично восстановилось. Чи можемо, наприклад, якщо у нас так щось сталося з нігтями, можемо з лізою потребувати з майстра матеріальну компенсацію? Не доказати. Вот елементарно, даже гепатит не доказати. І елементарно, у мене був пример в Одесі на семінарі, руководитель студії, возле мене сиділа Інна. І ми как-то в процесі на кофе-брейке розговорились, вона говорить, ми судились з жінкою, прям по судам гепатит, вона обвиняла нас, що вот именно у нас, мы и показываем, у нас в студии, к примеру, новый клиент всегда проходит экскурсию, и ему показывают, вот так мы обработали, даже если она говорит, нет, не надо, я вам верю, мы все равно проведем, расскажем, потому что вот 2 года назад была на семинаре в Одессе, мне рассказали, что затаскали по судам, говорит, не доказали, слава богу, но все равно репутацию подпортили салона, поэтому от этого не застрахован, но доказать это невозможно, ни грибковую инфекцию, ни... Я вам просто зараз розповім. Моя знайома поспішала на якийсь захід і пішла на ринку до салону. Перукарню. Да, перукарню, там, де зробили манікюр. І через
два чи три дні в неї почався грибок на так, нігтях, одразу три. Тотальне пораження, да, так, навірно. І почали злазити нігті. Вона туди звернулася, показала документи, довідки, що я була от у лікарні, в мене грибок, що мені робити? І просто зі скандалом її вигнали, сказали, що це не ми, це ви винні. Сервіс. І я просто не хочу озвучувати суму, яку вона на лікування. На лікування, розумієте? Дівчата, останнє запитання, яке я хочу з вами обговорити, це вартість манікюру. Також одне з найважливіших питань. Лізочка, скільки коштує, зараз вже Наташа одразу, опа, скільки зазвичай коштує твій манікюр? Мій 250-280. Середня ціна в городі. Десь так, скільки твій? Так, 200-250. Ну, понятно, що много дівчат, які хочуть вот, за 500, і манікюр, і педикюр, і все, ну, все, 500, це так і виходить, 250 педикюр. Да, но не всегда и не во всех студиях. В основном там есть 300 и 250, то есть 550 уже как минимум. А там, в общем, хотят чем подешевле, тем и лучше. Некоторые, я знаю, и по 300 делают маникюр и педикюр. Ты и робишь маникюр страшно. Один раз в месяц, один да. раз в два тижні? Делаю раз в месяц маникюр, 250 средняя стоимость. Где-то его. Это тоже в зависимости от, может, что-то надо нарастить, да нарастить, ну, подлечить, укрепить. То есть это все. Чи пішла б ти на манікюр, якщо була вартість, наприклад, 400-500 гривень? Ну, треба подумати. Вот у меня лично стоимость маникюра, у меня 10 клиентов 500 гривен составляет на сегодняшний день. И у нас 500 гривен, ну это дорого. За маникюр. А в Киеве у таких специалистов, как я, международного уровня, которые уже, ну, у меня 14 лет опыт, я практикующим всегда была, у меня не было даже перерыва, работаю над собой, но это не важно. Более скажу, в Киеве стоимость маникюра я лично экспертир, приезжаю в Киев и записываю в студию. Мне интересно понять и на себе прочувствовать все. То я плачу по 900 гривен в Киеве. Але це Київ, це столиця. Да. В Харькове я была у мастера, 3,5 часа мне 650 гривен френч выполнял. Просто мастер. А у меня маникюр за 40 минут с покрытием. И это не экспресс-маникюр. То есть у нас ценят время на сегодняшний день. И 2 часа, 3 часа выделить на маникюр. Две мои годы клиенты не состоят. Это очень важно. Да, 2 часа вот и 250. Я беру опыт. Непосредственно влияет опыт прямо пропорционально на время, ну и, конечно же, на категорию. И считаю, ты рекомендуешь правильно... девчатам робити маникюр один раз в два тижні? В 2-3 недели покрытие гель-лак. Технологи говорят, что его... Это 1000 гривен на месяц. Ну да. Середньостатистична жінка не може собі дозволити, да. наприклад, ну, я не можу охватить весь Кировоград. У меня всего лишь 10 клиентов, с которыми я на сегодняшний день работаю. Остальную часть времени это курсы преподаю, и у меня в студии мои же ученицы, и у каждой из них своя категория. То есть, если мы говорим о цене, здесь важно учитывать не просто цена, а сервис, категория мастера, стажер, мастер, премиум мастер, топ мастер. А какая там вартість буде, якщо стажер, мастер? И, соответственно, на студии это ранжирование имеется. 250 стартовая цена, у стажера 200. Ну, стажер мы не берем, это стажировка месяц длится. То есть у мастера 250 старт, 300 топ мастер, 350 премиум мастер. Соответственно, влияет на это все знание техник. Если просто мастер однотонное выполнит покрытие, то премиум, покажи картинку, все будет скопировано и время. Не более 2 часов. Любой дизайн, не просто покрытие. То есть на цену влияет сервис, конечно же, обработка инструмента, стерилизация, потому что по себестоимости это наиболее существенный фактор, который влияет на ценообразование. Категория мастера влияет, которая зависит от времени выполнения mm-hmm. процедуры, а в наше время, ну, для каждой бизнес-леди, мамы молодой, да просто студента, да, важно время, скорость выполнения, просто... качество и безопасность. То есть да, все эти критерии, да, должны быть учтены. Это как просто спасибо человеку, который придумал маникюр и педикюр в 4 руки. Вот, да. Когда ты за 2-2,5 часа делаешь и брови, и маникюр, и педикюр, и выходишь. И как выявилось, у Наталины Эйнс так уж есть процедура. Так.
Добре, дякуємо, дівчата. Вірочка, скажи, будь ласка, скільки коштує консультація твоя або лікування, щоб дівчата також розуміли, яка це вартість? Консультації завжди я провожу онлайн, практично завжди. Это бесплатно. Далі я вже говорю чоловіку, що ми будемо робити, як я буду підходити к роботі з ноготками или з кожей, і об'ясняю клієнту по ценообразованию. То есть консультация, например, если человек ко мне приходит, это до 100 гривен. Далее уже все по прайсу, можно увидеть у меня на странице. Сейчас я не буду по пунктам называть, что как. Хотя приблизно средняя вартість, там, вылековать онихолизис, чи грибок. Первый приход – это с рекомендацией препаратов, со всеми это до 800 гривен. Это обработка, это... Да, это дороже. Конечно. То есть лучше сделать маникюр за 500? Безопасный, быстрый. Чем потом лечиться. Да. Да, а можливо, краще піти до дерматолога и вылікуватись? Бесплатно. Ну, Катя, из опыта. Одна моя клиентка, не обратившись к нам в студию, уже в возрасте, имея сопутствующие болезни, у нее был поражен грибковая инфекция, я отправила ее к дерматологу, с которым мы работаем, непосредственно, ну, рекомендуем, не то чтобы мы там откаты имеем, да, просто рекомендацию даем, вот, проверенный, некоторый сорвет ногтевую пластину, потому что это не есть решением проблемы, сорвать ноготок, ей сорвали его. То есть она пошла к хирургу, который сказал, о, это вам мастер маникюра занес, во-первых, сразу оклеветали. Да, его нужно сорвать, и он дал рост, так как возраст, в силу возраста все процессы заторможены, и он дал рост уже волной. Поэтому это не есть решением проблемы обратиться к неквалифицированному мастеру. Если вы найдете квалифицированного, толкового, бесплатно, окей. Но зачем, если есть специалисты, которые вот действительно вам решат это за краткие сроки, а не будете потом страдать всю жизнь? Вірочка, швиденько, про дерматолога скажи нам, будь ласка. В основном у нас есть хорошие специалисты в городе, которым я направляю, если я вижу, что я не знаю, что мне нужна помощь и так далее. Но в Кожвене, у меня после Кожвена у меня приходят клиенты, которые лечатся минимум 2 года. Мы решаем им проблему за полгода максимум. Да, это ускоряет. Но это просто мой опыт. Я не говорю, что где-то что-то кто-то плохой. Потому что узкий профиль специалиста, а там дерматологи, да? Да, дерматологи. Вы понимаете, да? Да, да, да. Мы по ногтевой пластине не похожи. Добре, я дякую вам, дівчата, за те, що завітали до нас, і ми чесно обговорили тему безпечний манікюр. Дорогі дівчата та жінки, іноді, зробивши манікюр за 100-150 гривень, ви задоволені з собою, що змогли зекономити. Але найголовніше, що потім ваше лікування не вимірювалося тисячами гривень. Користуйтесь порадами наших експертів, будьте здоровими та цілими нігтиками. Обов'язково коментуйте програму на нашому офіційному YouTube-каналі, посилання зараз бачите на своєму екрані. Якщо ви хочете бути гостею наступної програми, просто напишіть нам. А з вами було найжіночніше ток-шоу 3G+M, та з вами я, Катя Лунгу. На все добре, па-па!